Здравствуйте! Добро пожаловать на портал «Неврозы Мегаполиса». Меня зовут Алексей Красиков. Многие зрители канала наблюдали за первым сезоном нашего реалити, за героиней Людмилой. Я получил огромное количество сообщений и комментариев о том, что многие клиенты нашли себя в процессе психотерапии. Я очень рад и доволен, что этот первый в России проект, который показывал реальные психотерапевтические изменения и процессы изнутри, состоялся. И сегодня я вас познакомлю со вторым героем. Вы не увидите исключительные истории начетничества. Многие мои партнеры по YouTube, как бы хорошо мы к ним ни относились, делают, на мой взгляд, одну ошибку. Они превращаются в говорящие головы, которые совершенно далеки от психотерапии неврозов. Вы можете каждый взять учебник по когнитивно-поведенческой терапии, посетить несколько семинаров, посмотреть контент на YouTube, прочитать несколько десятков книг и сделать свой видеоканал. Вы превратитесь в простую говорящую голову, при этом совершенно не ведя частную практику, потому что вы этого не умеете. И я хочу вам показать именно саму практику работы над неврозом. Не рассказ про панику, вегетатику, социофобию, панические атаки и так далее. Это не терапия неврозов. Я хочу вам показать действительный процесс изнутри. Я не имею ничего против общей информации, но просто пересказ информации и донесение информации до зрителей – это не психотерапия. Психотерапия – это гораздо более сложная, тонкая история работы с пациентом, основанная на огромном количестве личностного пласта самого терапевта и того опыта индивидуальной работы, который он имеет. Просто пересказ информации – это просто пересказ информации, за которую мы можем быть благодарны. Но это не психотерапия. Настоящей психотерапии невозможно научить в институтах. Ее невозможно понять или как-то обучиться. Это то, что мы называем «вот кому что дано». Я не хочу сейчас хвастаться и не говорю, что я высококвалифицированный, одаренный специалист. Я просто делаю то, что на взгляд моих зрителей и моих клиентов получается неплохо. Можно по-разному к этому относиться, но так или иначе, многие люди довольны теми результатами, которые они получают. И это дает мне основание заниматься тем, чем я занимаюсь сегодня. Сейчас я вас познакомлю со второй героиней. Я получил энное количество видеосообщений. Те ребята, которые не попали в это реалити, смогут попытать свое счастье в третьем сезоне реалити и получить бесплатное участие в пятом сезоне моего онлайн-тренинга, который стартует 11 сентября. Ну что же, вы сейчас посмотрите небольшое приветственное видео нашей героини. Она только сегодня узнала о том, что она победила, и она очень довольна. Вы услышите в этом видео, наверняка так же, как и я, что девушка очень неплохо осознает то, что с ней происходит. Я сейчас обращаюсь к коллегам и обращаюсь к людям, знающим психотерапию, не говорящим головам про панические атаки ВСД. Им бы самим бы неплохо бы позаниматься своей терапией. А я обращаюсь сейчас к тем, кто понимает суть проблемы неврозов. Вы увидите, что она очень неплохо осознает причинно-следственные связи в аналитическом контексте. Она неплохо понимает суть некоторых убеждений, это уже будет прослеживаться. И она неплохо понимает смыслы и цели. Я думаю, что она является зрителем моего канала, и, по-моему, ее фамилия фигурировала где-то. Я думаю, что она действительно является такой поклонницей психотерапии и зрительницей, что подтверждает ее слова, которые вы сейчас услышите. Она очень неплохо подготовлена. С одной стороны, может показаться, что это плюс. Но с другой стороны, вот многие мои коллеги только бы вот до этого уровня осознанности доводили бы пациента энное количество времени. И мне предстоит уже отталкиваться от неких пониманий, достаточно хороших пониманий, и показать те изменения, которые можно произвести даже непосредственно уже от этого уровня осознания.
Потому что просто осознание, как вы сейчас увидите, недостаточно. Вы увидите осознанного клиента, который понимает, с чем это связано, понимает, что происходит, и понимает, что она хочет. Это очень важно. И я думаю, что это будет один из самых непростых задач показать вам в онлайн-режиме. Мы будем записывать скайп-консультации, и вы увидите, что это не самый простой опыт. И это не рассказ про ВСД. Там слово про ВСД, за что тебе, Юля, большое спасибо, она не произнесла. Она не произнесла слово панические атаки. Она произнесла то, что является одним из фундаментов невротических расстройств. Это самооценка. Если вы смотрели мое видео, то вы видели, что большинство неврозов основаны на самооценке, а именно на ее разрушении. И она произнесла фразу моими словами: «Я равно ситуация». Это значит, она смотрела мои вебинары. Она произнесла фразу «устойчивость, опора на себя». И это тоже фраза из моих семинаров. Что говорит не о том, что она будет достаточно непростым орешком, потому что уровень ее осознанности уже состоялся, и мне предстоит построить новый этап ее терапии. И это не очень просто. И еще я хочу попросить вас понять еще один момент. Все терапии и все изменения, касаемые самооценки, и весь анализ, касаемый самооценки, как правило, это достаточно болезненная история, потому что они действительно базируются на поведении родственников в детстве. И, скорее всего, в наших занятиях будут эмоции. И будет достаточно неприятно и горько. Вы будете свидетелями этого. Да, вы будете за кадром, но я бы вас попросил понимать, что такие люди не всегда толерантны к острым и колким словам. Вы можете обзывать меня, вы можете кидаться какашками в меня по поводу того, как я веду терапию, по поводу того, что я говорю и как. Но, пожалуйста, не кидайтесь в нашу героиню. Она пришла на занятия наверняка не от лучшей жизни. И уж поверьте мне, не каждый из вас был бы способен вот так открыто говорить об этом. Особенно, когда мы дойдем до болезненных зон ее психики. Я вас попрошу проявить уважение. И если уж не писать слова поддержки, хотя мы были бы с вами, с Юлей, благодарны вам за это, хотя бы не кидайте с нее какашками. Проявите уважение. Я знаю, что многим, кто даже смотрит мой канал и подписан на мои социальные сети, я не нравлюсь. Кому-то я не нравлюсь внешне, кому-то я не нравлюсь то, как я себя веду. Но оставьте нашу клиентку и нашу героиню в покое. Дайте ей спокойно заниматься своим консультированием. Кидайтесь какашками в меня. Я давно привык. Ну что же, давайте посмотрим наше знакомство с Юлей. Это то самое видео, которое я получил от нее. И последнее. Я сейчас хочу обратиться к моим коллегам по YouTube. Ребята, перестаньте быть говорящей головой и просто пересказывать людям информацию. Пора людям показывать, что такое психотерапия, а не просто пересказ того контента, который много лет снимает канал «Неврозы Мегаполиса». Спасибо вам за внимание. Давайте знакомиться с Юлией. Юля, вам слово. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Мне 31 год. И я хочу участвовать в данном реалити. Моя история не уникальна, завязана на взаимоотношениях с отцом, в которых он не смог дать мне необходимую поддержку и заботу. Своим поведением он очень сильно повлиял на мою самооценку, и она является очень-очень уязвимой. То есть моя самооценка равно ситуация. Моя самооценка – это равно мнение других. Если меня кто-то критикует, объективно или необъективно, то это означает, что я полное ничтожество. С такими мыслями, естественно, очень тяжело, и это очень мешает в достижении каких-либо целей. В данный момент моими опорами являются мой муж и его брат. Они взяли на себя роль отца, вот, но мне в этих отношениях не нравится то, как я себя ощущаю, как я ощущаю себя чрезмерно зависимой от них. И я надеюсь, что
если мне посчастливится принять участие в этом сезоне и пройти все 8 занятий, что я смогу выйти на новую ступень и стать их партнером, а не подопечной. Для меня это очень важно. И я надеюсь, с помощью Алексея у меня это все получится. Еще мне очень хочется стать помощником для своего сына, который сейчас будет первоклассником. И я считаю, что в школьные годы очень важно иметь рядом поддержку, советчика, наставника, человека, который может дать рациональный совет. И я хочу стать таким человеком для своего сына. И я понимаю, что без своей рациональной когнитивной терапии я не смогу в полном объеме ему помочь. Я хочу сделать так, чтобы в будущем он смог самостоятельно принимать рациональные, взвешенные решения. Хочу заложить ему фундамент этой когнитивной терапии. Какие будут мои следующие цели, я не знаю. Возможно, это не совсем глобальные цели, которые позволят добиться каких-то чрезмерных результатов, но я считаю, что в процессе терапии могут появиться совершенно иные цели, которые, я более чем уверена, будут достижимы. И я надеюсь, что мой пример будет полезным для многих, так как, я думаю, многие девушки узнают себя во мне, и каждая из ситуаций будет близка. Спасибо.